Многочисленные исследования доказали, зеленый чай является одним из самых полезных продуктов. Чайные листочки начали свое триумфальное шествие по всему миру из Китая. Сегодня можно купить зеленый чай, выращенный в Корее или Японии. Но не стоит забывать, что в эти страны он был тоже завезен из Поднебесной. Ассортимент огромен. Тонкие оттенки вкуса, присущие разным сортам, напомнят о цветении луговых трав или свежести горных ручьев. Напиток стоит заваривать 2 минуты при температуре воды от 60 до 70 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 мл воды. Можно заваривать несколько раз.